Это один из основных конкурсов, что проводится в Архангельской области. Представители сферы образования в регионе поощряют с 2006 года за неординарный творческий подход к своей работе и внедрение инновационных педагогических методик. В этом году в номинации «Лучшие учителя» наш город представляли трое котлашанок. И все стали победителями. Они получат премию в размере 50 тысяч рублей. Это Колабухова Екатерина Николаевна, учитель-начальник класса школы номер 82, Кононова Ирина Федоровна, учитель русского языка и литературы школы номер 5, и Липатова Елена Юрьевна, учитель-начальник класса школы номер 18. Отличились и котласские воспитатели. В списке номинантов на поощрение в 50 тысяч рублей 7 человек. И победили из них тоже трое представительниц прекрасного пола. Это Меньшакова Марина Вячеславовна, воспитатель детского сада номер 54 «Семицветик». Перфильева Татьяна Владимировна, учитель-логопед детского сада номер 22 «Кораблик». И Ханафина Алла Ивановна, воспитатель детского сада номер 109 «Сказка».